Встреча в Брюсселе премьер-министров Сербии и Косово стала поворотным моментом в диалоге о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Об этом заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступившая посредником на переговорах. Главам правительств удалось прийти к соглашению по всем вопросам повестки дня, в частности о создании ассоциации сербских муниципалитетов в Косове и свободном передвижении по мосту в Митровице, баррикады на котором делили город на сербскую и албанскую части. Сербия не признает независимость самопровозглашенного Косово, однако под давлением Брюсселя в 2011 году была вынуждена начать переговоры о нормализации отношений. От их успеха во многом зависит прогресс на других переговорах по вступлению Сербии в Евросоюз.